сделал такую серию, назвал их симфонические картинки. Mm-hmm. То есть три произведения или одного автора, или авторов близких там по времени, по духу, по теме, объединил в некие такие вот композиции, записал 10 композиций, возместил в сети и, слава богу, ну вот, собственно, распространил, да, вот выступил, собственно, да, то есть выступил, понимаете, и вот сейчас продолжилась эта история накануне 23 февраля, а я, кстати, в армии служил, что характерно, вот вы не поверите, я, ну, многие просто про армию рассказывают, но мало кто в ней служил. Поздравляю. А я веду срочную службу. Кто-то был офицером, там кто-то что-то командовал. А я ничем не командовал, я командовал большим барабаном. Большой барабан командовал мной. То есть у меня вот такие были взаимоотношения. В оркестре служил. Кстати, здесь недалеко, в артиллерийской академии у Финляндского вокзала. Целый год отслужил, ходил на параде. Мы сейчас сходим, поздравим. Да. В ноябре ходил, в мае ходил. Вот, а потом меня отправили в Архангельск, под Архангельск, потому что выяснилось, что я ленинградец, служу в Ленинграде, нельзя было служить по месту жительства. Вдруг я жаловался, пойду на жизнь свою, и меня отправили в такую таракань. Но это другая история. Вот, я там служу, да, сейчас не об этом. А сейчас я бы хотел поднять такую сложную тему, ну, собственно, я ответ на нее не дам, я просто подниму вопрос. Дело в том, что и в песнях вы поймете, о чем, собственно, тема. Наследники чего мы есть? Наследники какой армии? Белой армии или Красной армии? Вот для меня это был, в общем-то, большой вопрос. У меня поделилась семья, то есть я понимаю, что одна часть бы служила в одной армии, а другая, наверное, все-таки в другой армии. Но я бы сейчас хотел спеть несколько текстов тех людей, для которых этого выбора не было. Для них было ясно. Первый. Служить Отечеству. Да, первый автор. Николай Гумилев, сонет. Я верно болен, на сердце туман, мне скучно все, и люди, и рассказы. Мне снятся королевские алмазы, и весь в крови широкий таган. Мне чудится, и это не обман. Мой предок был татарин косоглазый, свирепый гун, и я веянием заразы через века дошедший. Молчу, томлюсь, и отступают стены. Вот океан весь в клочья белой пены, закатным солнцем залитый гранит, и город с голубыми куполами, цветущими жасминами садами. Мы дрались там, ах да, я был убит.